кабинет живой очереди. И давайте разберемся немножко с маркетингом. Маркетинг здесь интересен тем, что здесь действительно живая очередь. Каким образом она работает? Давайте мы сейчас перейдем во вкладку «Маркетинг» сначала. Да? Здесь всего 21 уровень, и достигнув 21 уровня, вы заработаете на нем 22 миллиона рублей, 22,5 миллиона рублей. Для того, чтобы перейти с первого уровня, то есть все начинают всегда с первого уровня и постепенно двигаются, ну, грубо говоря, до 21-го. Переход с одного уровня на другой нужен для того, чтобы это произошло. За вами должно встать всего 3 человека. Как это выглядит? Давайте на схеме покажу. Так, вот keynote я приготовил. Схема такая. То есть, представьте, это зарегистрировались вы, у вас появился один юнит. За вами регистрируется 3 человека, то есть 3 юнита. Раз, два, три. И, соответственно, вы переходите уже на второй уровень. Потом за этим человеком также регистрируется 3, он переходит за вами тоже на второй уровень. И все выстраиваются вот такой вот колбаской, да, то есть вниз, туда, вниз, вниз. Но в чем здесь суть? Здесь есть рекуррентные платежи, то есть раз в месяц, через 30 дней вы продлеваете свою подписку, свой аккаунт, либо за 300 рублей, либо хотите покупаете 10 юнитов, как это сделал я, сейчас покажу. Вот, таким образом, мои аккаунты, да, то есть новые аккаунты, они становятся в конец очереди. Таким образом, они проталкивают всех остальных, кто зарегистрировался там раньше меня, опять вверх. Да, и то есть каждый день регистрируются люди каждую минуту и, соответственно, толкают других вверх. Вот таким вот образом это работает. У компании есть продукт, который, так скажем, оплачивается ежемесячно, это сервисы для бизнеса, и таким образом за счет рекуррентных платежей вы сможете выстроить полноценный пассивный доход. Что самое интересное здесь еще, да? Здесь есть бонусы, которые вы получаете при движении. Давайте точнее по маркетингу еще закончим, потом к бонусам вернемся. Если вы никого не приглашаете, вы все равно также двигаетесь вот по этой структуре, то есть вас двигает вся команда, то есть вся компания. Все новые участники, которые регистрируются, они продвигают ранее зарегистрированных. И потом те, у кого вверху заканчивается, так скажем, месяц, они оплачивают еще, ну я буду оплачивать, например, 10, так скажем, клонов, так называемых, да, то есть 10 юнитов. Эти 10 юнитов будут становиться всегда в конец очереди и проталкивать остальных. Если почитать по маркетинг-плану, то есть маркетинг-план представляет из себя живую очередь, это значит, что каждый новый участник продвигает всех вверх. А система виртуальных юнитов позволяет продвигаться даже тем, кто находится в самом конце очереди за счет тех, кто находится в начале. Помимо прибыли, получаемой от продвижения своих юнитов по уровню, вы можете получить дополнительную прибыль от привлечения новых участников в проект за продвижение каждого юнита, приглашенных и достижение ими определенного уровня, вы будете получать прибыль. Начисление начинает приходить с момента перехода аккаунта реферала с 6 уровня на уровень выше. Что происходит? То есть, если вы еще дополнительно развиваете партнерскую программу, то есть приглашаете людей, не сидите пассивно, да, получаете прибыль, а приглашаете людей, то вы зарабатываете еще больше. С 6 уровня, смотрите, здесь 3-уровневая реферальная программа, да, то есть с 1 уровня, то есть со своих личных партнеров вы зарабатываете с 6 уровня, когда человек туда переходит, 70 рублей, со 2 уровня партнерской программы 20 рублей и с 3 уровня 10 рублей. Вроде бы не так много, но с каждым уровнем эта сумма повышается, то есть на 7 уровне вы уже получаете 210 рублей с личников, на 8 840, на 9 1260, на 10 1960, на 11 уровне 3640, на 12 уровне 6790, далее 15400, 30800, 61600, 123200 на 16 уровне. Представьте, у вас 10 партнеров, которые дошли до 16 уровня. То есть вы получите более миллиона рублей только по партнерской программе 1 уровня, а у вас еще 2 и 3, да, то есть я их сейчас не учитываю. 17 уровень 246 тысяч, 18 492, 19-й 985 тысяч, 20-й 1 971 тысяча и 21-й вы получаете 3 942 400 рублей с одного партнера, с одного его юнита, а у партнера может быть, допустим, 10 юнитов. Я, например, сейчас 13, да, сейчас 3 юнита дают в подарок. Ну, как их получить, я вам сейчас тоже об этом расскажу. Представьте, у вас, допустим, 10 партнеров,
доходит до 21 уровня, вы получаете 39 миллионов 420 тысяч рублей. Очень неплохо. Это партнерская программа. То есть партнерскую программу здесь развивать очень выгодно. То есть чем выше ваша первая линия, то есть не выше, а шире ваша первая линия, тем больше вам падает комиссионов при достижении каждого уровня. Причем, опять же говорю, у партнеров может быть не одно место, а 10. И, соответственно, вы можете эти заработки, доходы увеличивать в 10 раз. Например, если на первом уровне у вашего человека не один юнит, а 10, то здесь вы получите не 70 рублей, а 700. Разница очевидна. Давайте перейдем к бонусам. Теперь посмотрим, что вы получаете. При достижении определенных уровней, то есть когда ваш юнит доходит до какого-то уровня, вы получаете на восьмом уровне бонус, это матрица в просто гейм. Это, в принципе, $10, да, и у вас активируется еще матрица в просто гейм. На девятом уровне вы получаете еще дополнительный юнит в маркетинг живой очереди. На десятом еще один юнит дополнительный. Бонус на одиннадцатом уровне еще дополнительный юнит. И начиная с 12 уровня вы получаете уже такие ценные призы и подарки. На 12 это Яндекс-станция. На 13 уровне, то есть при достижении 13 уровня вы получаете AirPods. Далее на 14 уровне вы получаете Apple Watch. На 15 iPad. На 12 iPhone 12. Ой, на 16 уровне вы получаете iPhone 12. На 17 уровне MacBook. На 18 уровне вы получаете уже автомобиль Hyundai Solaris. На 19 уровне вы получаете сертификат на строительство загородного дома. На 20-м квартира в Санкт-Петербурге. И на 21-м уровне вы получаете, при достижении, точнее, 21-го уровня, вы получаете квартиру в Москве. То есть, пройдя всю эту игру до 21-го уровня, у вас как минимум будет уже машина, две квартиры, загородный дом, ну и куча Apple-овской техники. Помимо этого, у вас, соответственно, будет еще очень кругленькая сумма денег для осуществления каких-то ваших других мечт и стремлений. Далее, заходите в кошелек. Кошелек можно сразу пополнить рублями, либо вы заходите просто в раздел «Очереди», и здесь у вас есть выбор, да, сколько юнитов себе купить. Я сразу зашел на 3000 рублей, то есть я получил 10 юнитов и 3 юнита в подарок, то есть у меня 13 мест, по сути, будет. Если вы заходите на один юнит, вы просто платите 300 рублей, получаете одного юнита. За 900 рублей вам плюс один юнит идет в подарок. Соответственно, я рекомендую, опять же, на старте, так как старт вот начинается через несколько дней, официальный старт будет 1 апреля, вот, идет технический предстарт компании, старт 1 апреля 18.00. То есть до этого времени у вас есть возможность пригласить как можно больше людей в свою команду. Ну и в принципе, даже если вы никого не пригласите, вы прекрасно понимаете, если вы сейчас занимаете место, то после вас уже те люди, которые покупают места, они становятся вот такой вот колбаской и вас протолкнут быстрее к тем бонусам, к тем деньгам, о которых мы сегодня с вами говорили. Для покупки юнитов вы нажимаете на кнопочку, допустим, на 3000. И здесь есть оплатить через Payeer, есть оплатить через Visa. Я уже купил свои юниты, да, то есть вот можно посмотреть. Так, мои юниты. Вот, баланс кристаллов 3000. То есть и у тебя в запасе 13 юнитов, они будут проставлены в очередь после технического старта. Все. То есть можно, грубо говоря, отсюда купить эти юниты. Каждый юнит – это боевая единица, которая будет на автомате генерировать вам прибыль. Чем больше юнитов у вас будет, тем больше и быстрее вы будете зарабатывать. Для всех действует единая очередь. Каждый новый юнит сдвигает всю цепочку вверх. Один юнит в месяц потребляет 300 кристаллов. То есть, ну, по сути, на 30 дней хватает. Это как, так скажем, активация, да, кристаллы списываются с баланса каждые 8 часов и создают виртуальные юниты, которые встают в конец очереди, тем самым продвигая
всю очередь вверх. После сдвига виртуальные юниты исчезают. Для того, чтобы попасть на следующий уровень, за вашими юнитами должны в очередь встать 3 новых. Понятно, да? Думаю. Вот, на этом все, друзья. Под этим видео находится ссылочка на регистрацию. А, кстати, забыл еще сказать, да, есть промо, в котором вы можете участвовать, да, то есть приглашая активированных людей, вы получаете еще лотерейные билеты, которые также будут разыгрываться каждый понедельник, будут разыгрываться ценные призы. За видеообзор вы также можете получить серебряный билет. Если вы, смотрите, у вас пришел партнер, и в течение 30 дней с момента регистрации активирует 10 юнитов, то вы получаете золотой билет. По этим билетам раз в месяц мы проводим розыгрыши. Призами в розыгрышах выступает техника Apple. То есть вы, приглашая людей по партнерской программе, вы зарабатываете, еще принимаете участие в розыгрыше техники Apple. И также, что самое интересное, есть джекпот. Джекпот 50 тысяч рублей. И в один из дней рулетка останавливается, и последние 100 юнитов в очереди разделяют между собой призовую сумму. То есть представьте, вы зарегистрировались, например, сегодня, еще не успели, так скажем, никого пригласить, ничего заработать, да, но вы оказались в этой сотне юнитов, и среди этих 100 человек делится 50 тысяч рублей, то есть вы сразу получаете 500 рублей. Если же вы в эту сотню не попадаете, соответственно, вы, скорее всего, выше этой сотни находитесь и уже, скорее всего, заработали свои первые деньги. И в принципе, для этого ничего не нужно делать, достаточно просто активироваться. При этом, если у вас, например, будет 10 юнитов среди последней сотни, то вы получите 1/10 от всего призового фонда. То есть вы получите не 500 рублей, а 5000 рублей. Поэтому выгодно сейчас заходить именно на 3000 рублей, получать 3 дополнительных юнита и, соответственно, включаться в работу. На этом, друзья, все. Ссылочка и на ссылку для регистрации будет находиться прямо под этим видео.